Всем привет, с вами я, Арсей. Вы на моем канале. Сегодня я покажу, как получить много бесплатных вещей. Извиняюсь за то, что одну из этих вещей вы получить уже не сможете, потому что она только нужно было с 26, а как видите, у меня дата уже 27. Но вот такой микрофон вы получить не сможете. Нужно 26, 27, 28, 29 и 30 апреля искать на этой карте по 10 персонажиков. Каждый день. Они в разных местах, как в прошлом ивенте, были, ну, монетки, буквы точнее. Уже сегодня 27, но если вы в первый день нашли, то можете и потом поискать. Дальше, вот такую футболку вы можете получить, если посетите, ну, посмотрите вот эту концерт, что ли, либо 30 апреля, либо 1 мая. Такую камеру я покажу, как получить. Это, если вы, опять же, в те же даты, 30 апреля или 1 мая, посмотрите другой концерт. Здесь, если вы соберете... Вот эту кнопку на голову можно получить, если вы соберете 25 монет, ну, в этом мире. Я это покажу, как собрать их. И вот такие вот, ну, крылья вы можете получить, если покатаетесь на аттракционе одном. Я вам его тоже покажу. Так, вот мы зашли в эту игру. Вот такие монеты нам надо собрать. Вот здесь он как раз вот чувак первого концерта. Таких монеток нужно собрать 25. Эта игра очень обычная, поэтому советую создать все. Сейчас покажу, как получить первый крутый. Ну вот, здесь мы на этой дорожке заспавнились. Идем сюда. Проходим мимо этого игрока и идем дальше. Вот таких вот чинников нужно. Будет, нужно было по 10 штук каждый день собирать. Прыгаем по вот этим пунктам. Вот мы собираем все. И вот еще одна монетка. И вот видите вот этот аттракцион. Мы вещь. Это камеру надо взять. Идем вперед, опять же, от спавна. Извините за очень плохую графику, мне пришлось поставить такую из-за того, что она меня лагала. И вот идем вот на эту стену, и просто ждем. Вот тут пока не закончится. Все. Ну все, вы получили эту камеру. Можно поставить еще раз и подождать, пока еще раз фоткать, но в этом нет смысла. Ну и все, в принципе. Тут еще одна монета. Ее лучше сразу собрать, чтобы потом не тратить на ее. Ну сейчас я вам покажу, как получить последнюю вещь. Не в этом, ивенте, но не в этом видео. Потому что в этом видео будет еще несколько классных вещей, которые тоже можно бесплатно получить. В конце я покажу, как они все выглядят. Так, следующие две монеты. То есть, 7 и 8. Если вы собирали монеты и все абсолютно так же, как и я, у вас должно быть тоже 6 монет. Идем сюда, в этот магазин, который, ну, чуть дальше, чем от спавна. Ну, и здесь 7 монета. Выходим обратно из магазина, и 8 монета будет прямо на магазине. Идем к этому трамплину. Ну вот мы уже, скорее всего, видите. Это же 8 монет. Так, с крыши мы не спускаемся, идем чуть ближе. И здесь вот на этом вот фонаре будет 9.
чуть дальше. Ускоряться за последний. Скорее всего, но кнопки нажимаю, не получается. И здесь 10 минут. Вот, это уже. Ой. Да. 11. Так, следующая 12 монета. Там, кстати, при прыжке на крыше, оказывается, собиралось 2 монеты, не одна. Этого я не знаю. Идем дальше по этой неоновой штуке. И, кстати, я вот еще одну вещь заметил. Вот здесь, где мы собирали монету, показаны почти все вещи, которые здесь мы можем получить. Мы получили вот такие крылышки и такую камеру. Остальные мы сейчас получили эту, если бы не так. И эту я уже не получил. Чтобы собрать финансовую монету, мы просто прыгаем сюда под воду. И плывем. Ее тут саму монету не видно, видно только вот неоновую букву. Поднимаемся. Мы идем дальше. Следующая монета находится вот в этом, внизу. Идем по лестнице. Экскаватор вместе собираем. И вот в этом магазине. Вот, кстати, футбол, который вы получите, опять же, на какой-то можете сюда за автоматом и прямо. Ну, не за автоматом, а за там. И так, наверное, это монет. Так, следующее, мы просто обходим это сзади, мимо вот этой штуки, наверное, забудьте. Я это буду. Буковка C. Еще одна. Уже осталось нам 11 букв всего там. Мы вот в таком ключе. Мы просто идем дальше. Просто идем. И обходим вот этот, ну, вот стол. Здесь вот ячейки есть. Ну, а если мы обойдем, то увидим еще одну букву. Блин, какая буква? Монета. Вот вы тут собрали монетку, прыгаете. Прыгаете еще раз сюда и прям к ноутбуку. Видите, тут написано буквально, чтобы, ну, включить. Включаете, еще одну монету получаете. Монеты мы просто-напросто прыгаем вниз. К этой лестнице. И вот видите вы. Ну вот, может быть, где-то тут не сидели. Но нет. Эта монетка прячется, вот ее очень слабо видно, но она прячется в кустах. Вот тут в кустах была 17-я наша монета. Осталось найти всего-то 8. 18-я монета, как я и говорил, мы просто ждем, можем подождать, но лучше всего просто подождать. Она находится вот в другом конце, ее уже видно сквозь стекло. А теперь так ее полностью. Очень интересная, кстати, кафешка, только тут немного страшно будет проезжать, если это будет. Ну, идем дальше. Получается, вот так вот идем. Помните, запрыгивали на крышу магазина, и там кстати, это, может быть, я и говорю, я просто уже не помню. Это ивент, связанный с, ну, с компанией Logitech. Коллаборация роботов с Logitech. Запрыгиваем вот так вот на крышу, собираем монетку. Кстати, смотрите, какая знаменитость. Вы, скорее всего, уже заметили, ну, вот где лежат остальные, ну, две монетки. Одна из них сперва лезьте на дерево, потому что, ну, придется обратно потом. Ну, а потом можете прыгнуть в бассейн, где есть последний шаг.
не последняя, а 21-я монета. Короче, ищите вот такую вот категорию, мультяшненькую лестницу. И лезете по ней вверх, там получаете 22-ю монету. Идете здесь и прыгаете просто. И вот здесь 22-я монета. Давайте переходим к монетам, которые нельзя собрать просто так. Спускаемся вниз и идем, ну, вот к этим штукам. Они нам как раз таки нужны. Берем одну. Большого микрофона. Мы собрали все, что я показал, ну, именно в этом квесте. Будет еще две вещи. Так, вы собрали. Сейчас я покажу вам, что вы собрали. Стримлапс работает, офигеть, я уже полчаса видос записываю. Угу. Вот как вы видите, вот все три вещи, которые мы заработали. Так. Это вот такие вот крылышки. Вот так вот они выглядят. Вот такая вот камера. Я, скорее всего, надену. Она подключена вам прямо в голову. Вот так она выглядит. Ну и вот это вот такая вот кнопка. Она, по-моему, не очень красивая. На игроке она будет выглядеть вот так вот. По-моему, не особо. Это, скорее всего, ну, для клавиатуры. На Escape обычно такую надевают. Ну, я сейчас вам покажу, как получить остальные вещи. Сейчас я вам покажу, как получить следующую вещь. Я сейчас переключусь на второй монитор. И вот, вот такую вот мы рыбы получим. Если убрать вот так вот, она будет выглядеть так. Если посмотреть, как она будет выглядеть на игроке, то вот так вот она будет, ну, как-то летать. Ну, получаем, она полностью бесплатная, стоит 0 робоксов. Она вроде как ограничена время, когда вы ее можете получить. Обновляем страницу на первом мониторе. Ну и смотрим, как она будет выглядеть. Выглядит, кстати, ну вот так вот в инвентаре. Уже 4 вещи. Сейчас я покажу, как получить очень миленький рюкзак. Так, следующий ивент вот будет вот в этой вот игре. My Hello Kitty Cafe. Это обычная игра и ресторан. Тут нужно набрать 1000 заказов. 1000. Вот здесь коды, которые вы можете ввести. Короче, здорово. Я тут уже нафармил почти 1000 заказов. В этой игре нужно пройти очень подробное обучение. Даже если вы не знаете английский, его, ну, просто можно легко пройти. Ставите все столики, стулья и ждете, пока в АФК стоите, ждете, пока не накопится 1000 заказов. Я решил не показывать, потому что, ну, это очень долго. Как я обучение прохожу, оно долгое. И потому что оно очень подробное и классное. И как, ну, я все ставлю, жду, ну, это часа два.
Я уже смонтировал все остальное видео, осталось подождать и, ну, посмотрим, как это выглядит. Все. Как все выглядит. Как этот рюкзачок выглядит. Особенно в этой игре. Ну, давайте немного. Извините, кстати, во время монтажа я заметил, что у меня звук на микрофоне наполовину стоял. Всего наполовину. А на самом Роблоксе полностью и он очень сильно разогражал на звук. Надеюсь, сейчас нормально. И где? Во! Достижение, все. Ну, давайте. Вот как этот рюкзачок будет выглядеть на мне. На моем скине, ну, вряд ли я его носить буду, ну, вот как он выглядит просто, ну, вот так вот, просто так. Если показывать, как он выглядит на персонаже, то выглядит он вот так. Сейчас покажу, как он выглядит будет в игре. Так, ну, давай, нажимаю Enter. Все, смотрите. Нормально. Красивый рюкзачок, очень миленький. Вот, кстати, как выглядит вот это место. То место я не трогал. И как выглядит, ну, вот тут вот у меня все. Ну, на этом я прощаюсь, потому что показал все, что я хотел показать. Видео вышло долгим, 20-минутным. Извиняюсь, опять же, за звук, за мою дикцию, из-за того, что она очень плохая. С вами был я, Арсей. Увидимся в следующем видосе. Надеюсь, он будет скоро и будет лучшего качества. Ну, пока.